Ну, поздравляю с победой. Хотел спросить об эмоциях, но, как мне кажется, у форварда никаких эмоций в течение матча не было. Очень хладнокровно сегодня со старыми розами расправились. Ну, я бы не сказал, что прям уж хладнокровно, но да, конечно, мы понимали, что только порядком обыграем более классного соперника. И вот, ну, если голос сорвал, вот, ну, все такой ценой, но ребята просто красавцы, ну, очень здорово. Что с Александром Елозой происходит? В прошлом матче один гол забил, сегодня решающий дубль отгрузил. Что это за игрок вообще? Откуда вы его выцепили? Елоза просто хочет волну, я насколько понял. Он говорит: парни, я выиграю чемпионат. Я говорю: не, ну все-таки там волна. Он говорит: не, я-то выиграю чемпионат. Он, походу, к ним хочет сейчас. Ну, не знаю, ну Елоза, конечно, золотой футболист. Хотя у нас есть и другие, присмотрите внимательно. Вот после первого гола какие мысли были, когда пропустили от старых роз, сразу же смогли отквитаться? Был план «Б» у форварда, поскольку если бы проигрывали долгое время, пришлось бы как-то тактику варьировать? Нет, мы как бы просто перестроились немножко в перерыве, там произошли изменения, а получили гол как бы по инерции от первого тайма, то есть поэтому не было никакой паники, но мы знали, что мы сейчас перестроимся, что-то поменяется, ну, понятно, что мы не думали, что мы закинем трешку там, но, видимо, здорово перестроились в перерыве. Вот по сравнению с матчем Young Stars, какие можешь выводы сделать? В какой из игр получилось более удачное у форварда? Более удачный матч получился у форварда? Ну, я думаю, что оба матча удачные. Конечно, Розы сильнее соперник, честно сказать. Один из фаворитов турнира, поэтому победа над ним, тем более в два мяча, это большое достижение для нас. Мы не скрываем, у нас, ну, эмоции. Может, кому-то здесь проходной турнир, но не для нас. И мы вот такие рабочие крестьянские ребята, все трудом своим завоевываем. Спасибо.